Так ты снялась в «Пилоте»? Мои 15 минут славы. А кино о чем? Об отряде секретных женщин-агентов. Команда «Лиса-5». Что? Команда «Лиса-5». Лиса, потому что хитрые лисички. Команда, потому что боевая группа. А пять, потому что нас 5 человек. Была блондинка, Сомерсет О'Нил, командирша. Лиса-японка, она мастер кунг-фу. Негритянка, она это эксперт-подрывник. У француженки специализация секс. А в чем твоя фишка? В ножах. Моя героиня, Рэйвен Маккой, происходила из династии цирковых артистов. Лучшая мастерица по ножовщине в мире. И она знала тонну старых шуток. Дедушка-комик ее в детстве научил. Если бы проект понравился, я бы кидала по хохме в каждой серии. Это была бы фишка, что надо. Ты знаешь старые шутки? Мне дали сказать только одну. Сняли ведь одну серию. Скажи мне. Она тупая. Не ломайся, скажи. Не, ты не заценишь. А мне будет стыдно. Ты рассказал эту шутку миллионам. И не хочешь мне? Обещаю не смеяться. Этого я и боюсь, Инс. Ты же понимаешь, я не в том смысле. Теперь я точно не скажу. Слишком много вокруг разговоров. Вот облом. Мартин Льюис. Ванильная кола. Вкусно. Дашь мне попробовать? Да, пожалуйста. За что, $5, интересно же? Бери мою, у меня глистов нет. Может, у меня есть? Я переживу. Ладно. Мать твою, охрененно вкусный коктейльчик. Я говорила. Не знаю, тянет ли на $5, но недурно.